257 лет назад с легкой руки императрицы Елизаветы Петровны был открыт Московский университет. Случилось это 25 января, в день почитания святой мученицы Татьяны, ставшей покровительницей всех студентов. Так два знаменательных события слились в университетский день. Поначалу праздник отмечали только в Москве и исключительно на широкую ногу. Сейчас торжество выпадает как раз на время сессии, что снижает популярность для студентов, но никак не влияет на именинниц. Татьяна Чештанова про свое имя знает все и с удовольствием принимает поздравления в этот день. У Татьяны один-единственный, все, 25 января. Больше именин нет, поэтому этот день в году единственный. Несколько лет назад Татьяна организовала свое дело, открыла курсы фотографии. Первые шаги давались сложно, все нужно было создавать самой. Когда мы арендовали помещение, мне хозяин помещения тоже сказал: сейчас же кризис, ты не боишься, девочка? И я говорю: не, не боюсь, если что, все соверну и уеду обратно, со всем оборудованием домой. Но постепенно небольшой офис превратился в настоящую школу с двумя студиями, штатом преподавателей и целой армией учеников. Теперь Татьяна получает удовольствие от работы и учит этому других. Очень нравится мне работать с простыми людьми, которые меня окружают, потому что когда я вижу их счастливые глаза, когда они увидят фотографии, такие: это я? Когда они видят себя такими, какими, может быть, они хотели себя видеть, ну, как будто это счастье. Немного по-другому упорство понимала Танька Ростокинская. Так назвали известную атаманшу разбойников, которая в середине 18 века грабила купцов Подмосковья. Молодая девица держала в страхе всю округу и долгое время считалась неуловимой. Прямой противоположностью является Татьяна Прокопюк, старший эксперт-криминалист. Ее задачей входит как раз борьба с преступниками, причем методов для этого полно и каждый интересен по-своему. Не нервничайте, представьте себе какую-нибудь поляну ромашковую. Из неудобного положения в удобное. Начинаем с большого пальца. Ну, какая молодец. Путь в профессии для Татьяны начинался необычно. У нее украли шапку, но внешность преступника она запомнила хорошо и обратилась в место, в которое затем устроилась на работу. Я когда пришла в милицию, обратилась, и мы составляли субъективный портрет, мне предложили такую должность. Говорит, вот у нас освободилась должность экспертная. Не хотели бы вы попробовать себе? Эксперты регулярно выезжают на дежурство. Приходится работать по горячим следам. Верный помощник в этом деле – специальный чемоданчик, в котором найдутся инструменты на любой случай. Приезжаем на место происшествия с чемоданчиком. У нас там есть очень много порошочков, с помощью которых мы на поверхности изымаем следы папиллярных линий рук, которые оставил человек. Своей первой экспертизой Татьяне удалось спасти от наказания невиновного. Именно тогда сформировалось отношение к работе. Но ты же чувствуешь, что когда ты принес пользу, какое-то раскрытие, у тебя уже появляется азарт. Многие родители, прежде чем дать имя ребенку, составляют целые гороскопы, чтобы узнать, будет ли их чадо счастливым или знаменитым. Татьяна Шолпан, актриса театра кукол, знаменитой быть не стремится. Профессия дает ей другие возможности. Своими руками она создает сказку. Когда Рудка возле сада танцевала до упада, утром в росах танцевала. За 10 лет работы в театре Татьяна попробовала себя в самых разных образах. Играла и в спектаклях для самых маленьких, и в серьезной классике. Первый спектакль, сейчас я вам скажу. «Поросенок Чока». Кстати, это забавно. Я там играла матушку-свинью. Навыки разговаривать от имени куклы Татьяне пригодились не только на работе. Во многом актерский талант помогает и дома, в общении с маленькой дочерью. У нас есть абсолютно говорящая черепаха, то есть маминым голосом, естественно, через которую можно решить любую проблему. Некоторые считают, что в театре кукол работают те, кто не наигрался в детстве. Но Татьяна на такие высказывания не обращает внимания. Я себя в этом нашла, я очень довольна. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч. Даже в произведениях классиков героини с именем Татьяна были совершенно разные. Что уж говорить о реальности. В этом имени действительно есть какая-то загадка, но у каждой Татьяны она своя. Ольга Дурных, Алексей Зайцев, Андрей Пашков. Утро в твоем городе.